Не понял. Ну, блин. А так, мы только еще стрельбу потеряли. Ну? Итак, друзья, ну, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Поближе посмотрите, у него прямо радиатор вообще прикреплен к крылу. Да, процесс охлаждения происходит. Дальше. Вообще первые этапы. Вот это, кстати, гидросамолет отечественного производства «Щетинин». Он назывался у нас в России, но так как в финском языке буква «ща» не выговаривается, они его там как-то вот так вот просто через «с» произносили. Первые финские гидросамолеты находились не совсем в этом месте, где мы с вами находимся, а находимся мы с вами в месте, в районе города, который называется Гидрогородок. Первые самолеты у них взлетали вот в заливе, который мы, наверное, заметили, многие приезжали, Карельский мост, который ведет в центр города, вот в этом заливе. Причем не всегда это происходило удачно, иногда самолеты при взлете нарывались на топляк, ну и, соответственно, падали. Не падали, то есть капотировали. Это вот как раз, кстати, кирха, о которой мы будем говорить, которая сгорела в феврале 1940 года. Ну а самый комичный, ну как бы трагикомичный случай, хотя никто не пострадал, произошел, когда один тоже уже при полете гидросамолет... Как бы город остался, а шведского населения практически нет. И вот этот удар, который Северная война или Великая злоба нанесла, опять же, например, статус города Сартовали вернулся только в 1783 году. Но единственное, что после того, как эти территории вошли в состав Российской империи, название его на протяжении 18 и 19 века было немножко другим, назывался, да, Сертоболь или Сертоволь, как раз название, которое вот отходит к названию вот этого старого новгородского Никола Сердовольского погоста. Евгений просит мне передать. Да, хвостик у нас опять отрезали, но да, колонны здесь не затормозить, поэтому мы потихонечку продолжаем ехать. Ориентир, ага. Мы проезжаем с вами Карельский мост, о котором, да можно и сейчас, наверное, поговорить, раз проезжаем. Очень известный, вот он 32 года постройки, использованы гранитные быки в основании, понятно, что сейчас верх реставрирован, модернизирован, это совсем недавно его реставрация была, реально, на момент постройки, ну и сейчас его длина 200 метров, и на момент постройки это был самый длинный мост в Финляндии вообще всей, и это был единственный мост, который был включен вот в улицу, да, то есть у нас улица современная, как она, помню, навигатор не показывает. То есть мост, который включен в городскую сеть. По-моему, гостиницу или где-то сеть здесь. Дорог города. Вот где-то здесь. Мы по нему проезжаем, ходимся на хорошую погоду. Потом поменяли все на ладожские шкеры. Мы здесь в центре еще с вами погуляем, поговорим и про отели, и про Венемянина, и про здание с флагом Российской Федерации. Это все пешеходная экскурсия. Сейчас поворачиваем с вами на
налево. Куда налево? Вот он поехал. А, я думаю, здесь поворачивай налево тут. Ага. Он говорит всем, хвосту говорит. Но если вы хотите, у вас есть 25 минут, чтобы подойти в тень с той стороны или подъехать. Это серьезно, не надо. Если кто-то именно нацелен на какие-то супер фотографии, да, снимите лакарство. Обезьяна какая-то повесила. На фоне наоборот. Там вот справа вокзал. Да, да. Кузнечиков, что ли? Сбраба. Все, как раз. Хватит. Объективы. А жаба. Объектива-то хватит, делаем эту панорамную съемку и все. Все, догруппируемся, друзья, папарацци или те, которые зарабатывают? Найдите там 40 человек. Китайцы или неграми? Перед местными это, что мы их это, надо стеркать. Перед тем дедушкой. Ну да. Саш, на какую форму ты выкладывал? Я все переломал. Перед горелами, понимаешь? Значит, ее голос. Ну, блин, шума много. Высокоэтажность наша, пятиэтажность.
и больничка, а в другой сторону. Давай, Денис, соберемся? Да, я думаю, больница. Сразу больница как-то. Ты кому заподъем? Да. Не подставляю. Размахиваю, когда что-то говорю. Вот, поэтому мы пройдем. Не факт, что нам современная зелень позволит увидеть. Ну, если увидим, то увидим. Сейчас у нас вид, как вы понимаете, в общем, на сортовал уже послевоенные постройки, всякие пятиэтажки. Центральная часть находится правее, и о том, что она там находится, вот белое здание с конусообразным таким фронтоном, это здание лицея. Там два учебных заведения, женская гимназия, мужской лицей, начало 20 века. Мы там будем пешком, посмотрим снизу, так что все исторические здания. Так как давайте вас много, я еще следующую пущу, вот как раз и здесь расскажу, потому что, может быть, если не видно. Вот эта конструкция, это не площадка для наблюдения за устройством, это у нас на самом деле просто навершие водопроводной, то есть водонапорной, да, башни, сделанные, так сказать, достаточно искусно в качестве смотровой площадки. Ну, не все, но можем туда зайти. И еще одна фотография. Вот один. Где остальные, я там что-то не помню. Вот этот четко. Вот. Только эти вырубили. Кружок. В принципе, даже это можно рубануть. Это гнездо? А здесь батарея стояла? Я думал, там на турничках еще подтягивается. Я думал, что на турничках стояла подтягивается. Нет, это туда уходит, это, ну, типа озера, протока и влага. Да, вот бывает, проезжаешь поселок, просто богом забытый, и думаешь, господи, а действительно ведь люди живут. Территория Карелии – удивительный край, и первое упоминание об этом крае уходит в летописи Новгорода в 9 век. Именно тогда князь Рюрик объединил все племена, живущие на этих территориях, предоставил опеку Великого Новгорода и христианскую православную веру. И все бы ничего, если бы не зависть шведской короны. Шведы сюда пришли в 14 веке, принесли свою веру, обычаи и традиции. Да проще – порабощение для карел. И большая часть карел, не приняв иную веру, ушла вглубь территории России, и эти земли остались пустовать. Шведы населяли их по своему усмотрению финнами, а также пытались вернуть часть карел на исконно русские земли. 400 лет на этих землях шли войны, пока данная территория уже окончательно в 1809 году не присоединилась к России как отдельное финляндское княжество. Но и на этом войны не закончились. Последние войны, которые мы вспоминаем по учебникам истории, это 39-40 год, так называемая 100-дневная зимняя война. И 41-44 год, некоторые историки называют продолжением зимней войны. Но об этом чуть позже, поподробнее. Все эти войны позади, сейчас длинное время, и мы с вами находимся в поселочке Кум-Ух-Камняти. Позади это котельная, которая по-прежнему отапливает помещение. Конечно же, а вот у нее уже новое. Были комнаты для умывания, поддерживаясь гигиена. Можно было принять даже душ. Система вентиляции была уникальна. Помещение было совершенно маленькими дверями, которые плохо закрывались. Помещение герметизировалось. Уже тогда могло противостоять применению химического оружия. Как стояла установка генерации очистки воздуха. Для удобства дверные двери ворошили с обязательным оборудованием. Местами можно увидеть теперь свежие тоже. Как сказали в Иркане, это как самобезопасность, которая могла увидеть прямое попадание на обуви со светодиодами. Толщина стены именно 100 сантиметров. Толщина гранита над головой 12 метров. Была продумана и автономность, независимость пребывания в данном помещении от внешней среды. Над одной из комнат находится резерв. Это тоже цитата из своего мемуара, в
Yeah.